Это ограбление вошло во все учебники истории по криминалистике как самое дерзкое и, пожалуй, самое удачливое за всю историю 20 века. В один из жарких июльских дней 1908 года в Бакинском порту появилась небольшая группа полицейских. Вот здесь мы сейчас стоим на том месте, где когда-то была пристань общества «Кавказ» и «Меркурий». Отсюда отходили пароходы, которые шли на Волгу и по Волге поднимались вверх. Под видом проверки документов сотрудники правопорядка потребовали, чтобы их пропустили на палубу корабля, который с минуты на минуту должен был отправиться в рейс. Это была очень странная просьба. Какая может быть проверка, когда на этом корабле, напичканном вооруженной охраной, перевозилась огромная сумма денег Государственного банка Азербайджана? И тут произошло невероятное. Во мгновение ока часть охраны секретного груза попадает под внезапный огонь. Остальные заперты в машинном отделении. Нагрянувшие полицейские оказались переодетыми гангстерами. Дальше все как в голливудском боевике. В каюту, где в бронированном сейфе хранятся банковские сокровища, врываются двое преступников. Вот здесь на нижней палубе как раз и находились вот эти сейфы, где то провозили драгоценности из банка Азербайджана и везли их, значит, подальше туда, в Нижний Новгород и в Москву. Знаменитый швейцарский сейф открыть невозможно. Время не ждет. Полиция города уже поднята по тревоге. Но один из преступников спокойно приступает к работе. Как позже станет известно, это самый искусный во всей Европе медвежатник по кличке Ахмед. Несколько томительных минут, и неприступный сейф открыт. В руках преступников 1 200 000 рублей. Это совершенно фантастическая сумма. В переводе на сегодняшний день около 30 миллионов долларов. Но открыть сейф – это полдела. Уже оцеплен порт, блокирован захваченный бандитами корабль. Кажется, выхода нет. И тут случается еще одно невероятное событие. Двое преступников с руками, поднятыми вверх, появляются на палубе. Кажется, все кончено. Но вместо того, чтобы сдаться, на глазах у изумленных полицейских они прыгают за борт в неизвестно откуда появившийся катер и уходят с награбленным прямо в открытое море. Догнать их так и не удалось. Как свидетельствуют рассекреченные архивы, знаменитый медвежатник Ахмед впоследствии станет председателем Верховного Совета Азербайджанской Советской Социалистической Республики. А его напарника, который был известен полиции как лидер кавказской преступной группировки по кличке Рябой, через 10 лет будут называть просто «товарищ Сталин». Это тот самый катер, чудом сохранившийся для истории и для нас, на котором Сталин, Камо и Ахмед вместе со своими товарищами убегали от полиции. Вот здесь были эти ценности, эти деньги, эти бриллианты, которые предназначались для партии. Мало кто знает, но такие понятия, как крыша, рэкет и черная касса, были придуманы не в развеселые 90-е годы 20 века, а еще на заре советской власти. Недавно историки в поисках золота партии, разбирая секретные архивы ЦК КПСС, обнаружили любопытные документы. Вот, например, один из них. Согласно официальному отчету, весь бюджет ЦК за 1907 год составлял символические 100 рублей. Однако только на листовке уходило около 100 тысяч. Как говорил персонаж известного фильма, откуда такие деньги? Печально осознавать, но первое государство рабочих и крестьян создавалось на деньги, добытые, как бы сейчас сказал прокурор, преступным путем. И мало кто знает, что Сталин, до того, как стать отцом народов и лучшим другом физкультурников, был крутым криминальным авторитетом. Его преступная группировка грабила банки и обкладывала данью бизнесменов. Брала в заложники нефтяных олигархов и расстреливала конкурентов. А награбленное будущий товарищ Сталин отправлял в партийный общак. Кстати, как свидетельствуют партийные архивы, знали об этом только трое. Ленин, этот персонаж, надеюсь, представлять излишне. Сам Сталин и Симон Тер-Петросян, более известный по кличке Камо. Рецидивист, приговоренный за грабежи и убийства в России и в Великобритании. Любопытно, что после революции он работал в Министерстве внешней торговли. Но все это произойдет позже. А тогда, в 1907 году, преступная группировка, которая сама себя называла «большевики» и готовила насильственную смену власти в России, решала насущный вопрос – где взять деньги на организацию акций протеста? За границей уже помогла, чем могла.
Японская разведка оплатила покупку оружия для организации беспорядков еще в 1905 году в Питере, а значит, больше пока не даст. Лондон по традиции охотно предоставляет политическое убежище партийным авторитетам, но на деньги, как обычно, жмется. Берлин. Берлин еще поможет, когда предоставит Ленину опечатанный вагон для возвращения на родину. Это произойдет через несколько лет. А пока? Пока в узком кругу партийных авторитетов в обстановке строжайшей секретности было решено. Партию спасет грабеж. Только грабеж. Во время конспиративной встречи в Берлине между Лениным, Сталиным и Камо был окончательно выработан план террористического акта, и этот террористический акт должен был стать экспроприацией. Тот самый акт, который произошел в Тифлисе. Этот дерзкий налет на инкассаторов, который организовал Сталин в столице Грузии, принес партийной кассе около 100 миллионов долларов в современном исчислении и очень большие проблемы. С самого начала в этой операции все пошло не так. В 11 часов утра инкассаторский фаэтон под усиленной охраной выкатил на центральную площадь. И в этот момент из переулка к нему наперерез выскочил армейский экипаж. В нем знакомые нам налетчики, но переодетые в этот раз в военную форму. Однако охрана, наученная горьким опытом, открывает предупредительный огонь. И тогда налетчики, понимая, что врасплох застать охрану не удалось, идут на крайнюю меру. Тер Петросян, он же Камо в форме пехотного капитана, с криком «Не стрелять!» выскакивает из экипажа и в следующее мгновение бросает гранаты с двух рук. Первой же бомбой был разнесен в клочья экипаж, был убит сам этот кассир. Три бомбы были брошены в конвой, практически все казаки были убиты. И недовольствуясь этим, было взорвано еще около четырех бомб. Причем разгром был такой, что во всех домах и магазинах на Ереванской площади вылетели стекла. На несколько минут центральная площадь грузинской столицы превращается в зону настоящих боевых действий. Налетчики забрасывают гранатами инкассаторский кортеж, добивают охрану и, прихватив мешки с деньгами, растворяются в переулках. План перехват, как сказали бы сегодня, результата не дал. Такого кровавого ограбления Россия еще не знала. Между тем, пока полиция зализывает раны, деньги уже были далеко, в Европе. Ленину, Сталину и Камо оставалось только рубли обменять на валюту, которой так не хватало партии. Но именно на этом, как свидетельствуют архивы, налетчики и погорели. Мало кто знает, но это была первая в истории международная полицейская операция. Российские сыщики рассылают во все мировые банки номера похищенных банкнот. Поднята на ноги полиция Берлина, Лондона, Парижа. И результат не заставил себя долго ждать. Первые 500-рублевки, которые налетчики попытались обменять, всплыли во Франции. Их вели до французской границы сотрудники Скотланд-Ярда, как показывают документы французской полиции и переписка между французской и английской полицией, которую я смотрел в архиве парижской полиции, и передали своим французским коллегам уже в Кале. Доехав до Северного вокзала, буквально на Северном вокзале в отделе банка Crédit Lyonnais, Мейер пытался поменять 500-рублевую купюру, и тут же был буквально схвачен за руку французскими фликами. Это был известный контрабандист Макс Балах, более известный как Максим Литвинов. Именно под этим псевдонимом впоследствии он станет первым советским министром иностранных дел. Но это будет позже. А пока при обыске у него изымают 6 тысяч меченых рублей. А вот это уже был провал. Аресты прокатываются по всей Европе. Пресса ликует. Подмагнивая вспышки репортеров, членов знаменитой банды налетчиков берут под стражу в Париже, Стокгольме и Женеве. Финалом же грандиозной полицейской операции стал арест самого Тер Петросяна по кличке Камо. В Берлине его берут с поличным при попытке купить крупную партию оружия. Заграничный отдел русской полиции получил информацию о местоположении Камо, и по поручению русской полиции немецкая полиция провела обыск на квартире у Камо, причем были изъяты те самые маузеры, большое количество оружия и припасов, чемодан с двойным дном с взрывчаткой, и таким образом Камо оказался за решеткой. А что же Сталин? А Сталин, как только придет весть об арестах в Европе, страна
странным образом окажется в бакинской тюрьме по какому-то пустяковому делу. И в этом нет ничего необычного. Ведь, как известно, тюрьма для матерого авторитета – идеальное место, где на время можно залечь на дно. Кстати, тюрьма эта существует и по сей день. Вот в этом корпусе сидел Сталин. 39-м камере. Вот здесь, около окна он. Таким увидел будущего вождя народов тюремный фотограф. Сталину здесь нет и 30. Как свидетельствуют тюремные архивы, сидит он под фамилией Нижаранцев. И сидит по высшему разряду. Кровать у окна, королевские условия, уважение сокамерников и тюремного персонала. Кстати, сидеть он будет совсем недолго. Как только уляжется шум, он совершит побег на деньги, которые ему намеренно проиграет один из его сокамерников. Но откуда такой авторитет? Что за птица этот молодой грузин с рябым лицом и сросшимися пальцами на левой ноге? Баку начала прошлого века – это как сегодня Саудовская Аравия или на худой конец наш Ханты-Мансийск. Нефть, черное золото приносит шальные деньги. Именно сюда устремляются мировые капиталы и финансовые авантюристы. Бакинскую нефть качает Ротшильды. Здесь заработал свои первые миллионы и Альфред Нобель. Мало кто знает, но у Нобелевской премии до сих пор отчетливый запах бакинской нефти. Но Баку начала прошлого века славится не только нефтью и шальными деньгами. Еще больше она славится своими бандитами. Знаменитые гочи – местные преступные авторитеты, которые крышуют нефтяной бизнес лоховатых иностранцев. Плата за крышу исчисляется по меркам сегодняшнего дня миллионами долларов. Именно сюда и прибывает молодой Сталин в 1905 году для организации беспорядков среди рабочих нефтяных промыслов. Как учит нас вся история протестного движения, для организации протеста нужны деньги. И тогда, чтобы их добыть, в короткий срок Сталин сколачивает криминальную группировку, которая получает эти деньги грабежами и рэкетом. Позже организатор всей этой истории Ленин для такого способа пополнения партийного общака даже придумает интеллигентное слово «экспроприация» или, коротко, «эксы». Баку его знали и боялись. Баку знали о том, что Сталин славился своими эксами, которые ни в какие ворота не входили. То есть это были наиболее такие дерзкие экспроприации, которые он проводил. Надо ли говорить о том, что рано или поздно интересы молодого криминального авторитета по кличке Рябой или Коба должны были пересечься с интересами местной мафии, и это произошло. В один прекрасный день будущий товарищ Сталин решает обложить данью, или, как сейчас принято говорить, рэкетнуть братьев Нобелей. Как свидетельствуют зарубежные архивы, нефтяные короли и будущие основатели Нобелевской премии, уже наслышанные о художествах бригады Рябова, в панике нанимают бандитскую крышу, тех самых гочи. Само собой забивается стрелка. На стрелку с самым крутым гочи будущий товарищ Сталин отправляется один, без оружия и без охраны. Увы, история не сохранила стенограммы этой высшей степени поучительной беседы. Но результат ее предсказать нетрудно. Товарищ Сталин как никто умел объяснить, кто в доме хозяин. В течение нескольких минут Коба провел с ним такую агитационную работу, что этот гочи вынужден был, значит, отдать ему эти все деньги и уйти, так сказать, с позором признаться в своем поражении. Он настолько переубедил его, что тот даже не смог после этого вернуться обратно к Нобелю. После той памятной стрелки нефтяные короли Нобели, как свидетельствуют полицейские архивы, перешли под крышу группировки Кобы. А могущественные и беспощадные гочи, что много лет наводили страх на местных бизнесменов, и это, пожалуй, единственный случай в уголовной истории, вообще ушли из города. Товарищ Сталин, конечно, умел убеждать. Но, думается, здесь свою роль сыграл не только дар убеждения будущего отца народа. Был еще один аргумент. Дело в том, что под его началом к тому времени уже была целая армия боевиков. Судя по всему, это было что-то вроде нашей сегодняшней «Альфы» или «Вымпела». Каждый боевик должен был уметь управлять экипажем, авто и даже паровозом. Владеть навыками рукопашного боя и всеми видами оружия. О том, что это были за подразделения, можно прочитать даже в сочинениях Ленина. Вот что вождь мирового пролетариата писал в своей работе «Задачи отряда революционной армии».
Отряды должны вооружаться сами, кто чем может. Убийство шпионов, подрывы полицейских участков, отнятие денежных средств. Каждый должен быть готов к таким операциям. Убийство и отнятие денежных средств. Не по этой ли ленинской работе много позже бандиты и террористы всех мастей создавали свои бригады? Изначально отряды боевиков Сталин формировал для организации беспорядков в памятном 1905 году. Однако очень быстро они превратились в банды грабителей. Поскольку революционное движение шло на спад и необходимых в таких боевых дружинах отпало, эти дружины начали трансформироваться в организации, в так называемые организации самообороны. Деятельность этих организаций начала сводиться к фактам экспроприации, так называемым эксам. То есть в простонародье простым ограблением. Трудно не заметить, что ситуация, которая сложилась в начале прошлого века в российских регионах, богатых нефтью, очень напоминает то, что наша страна переживала сравнительно недавно, в 90-е годы. С одной стороны шальные деньги, с другой – разгул криминала. Стрелки и бабки, пьяная роскошь и заказные убийства. И криминальные авторитеты с олигархами, которые то воюют, то дружат. И одного от другого уже не отличить. Думаю, что если бы товарищ Сталин родился на полвека позже, в 90-е годы в России он бы наверняка чувствовал бы себя в своей тарелке. Вот до деталей современная история, которая произошла в Баку в 1908 году. Утром 26 декабря поднимается вся городская полиция и войска. Прямо у двери собственного дома похищен нефтяной олигарх Муса Нагиев, состояние которого оценивалось в астрономическую сумму – 70 миллионов золотом. Сегодня это потянуло бы на 50 миллиардов долларов. То есть этот удачливый бизнесмен в наши дни был бы богаче Прохорова и Абрамовича вместе взятых. Нам удалось разыскать внучку похищенного олигарха. Вот что, как самую страшную тайну, рассказывал ей когда-то дед. Ну, он с телохранителями всегда ездил везде. На файтоне, и он всегда провожал Гаджидина Абдентагиева после работы, после обхода промыслов все вместе, естественно. И вот он, когда подъехал к этому зданию, значит, файтон остановился, и он сошел. Он фактически должен был отсюда, с черного входа, зайти, значит, в здание. А он взял с входа, с парадной зашел. И когда заходил, там его, значит, поймали, полезли ему под руку, «Агамуса, Бизимгон Агамусан, ты наш гость». И вот увезли. Как рассказывал сам Муса Нагиев, его усадили в фаэтон с затемненными стеклами и повезли на окраину города. Все как сегодня. Несколько раз полицейские останавливали фаэтон цвета мокрый асфальт для проверки, но, получив купюру, спокойно отпускали. Вначале похищенный олигарх был спокоен. Его однажды уже похищали. Как потом выяснилось, похищение организовал сам губернатор города. Тогда миллионер откупился взяткой в несколько тысяч рублей полицейским и частью акций в пользу губернаторского сына. Однако эти ребята на мелочи не разменивались. Они выкатили крупную сумму и посадили в подвал думать. Применялся ли в качестве аргумента горячий утюг, история умалчивает. Но через три дня измученный олигарх был готов на любые условия. Тогда его привели в какую-то комнату и сказали, сейчас с ним будет говорить самый главный босс. Ну, Агамуса не знал, что кем он похищен. Опять он думал, что это губернатор, это кому-то деньги понадобятся. Все, и вдруг открывается дверь, заходит Сталин. То есть Коб, под псевдонимом Коб он тогда был известен. Заходит он, говорит, Сталин, как тебе не стыдно? Говорит, тебе деньги нужны были. Ты чего меня сюда, привез, говорит. Задушевная беседа со Сталиным длилась до глубокой ночи. Как известно, будущий вождь народов любил долгие застолья. На какой сумме сошлись похищенный олигарх и лидер криминальной группировки, неизвестно. Но Нагиева целого и невредимого к утру отвезли домой. О счастливом спасении миллиардера писали все газеты. Но имя похитителя для прессы так и осталось тайной. С тех пор нефтяного олигарха никто не трогал. А Сталин стал частым гостем в его семье. Эту невероятную историю Муса Нагиев под большим секретом рассказал семье перед самой смертью. А заодно бывший олигарх раскрыл внучке и тайну появления в доме вот этого старинного пианино.
Вот это пианино, которое вы сейчас видите, это в знак благодарности Сталин подарил Адаму Исаакиевичу, нашему деду. Но это было очень интересно, потому что он говорит, я думал, что он мне подарит или кинжал, или какое-то оружие. Видите, это Мамбург. Очень интересный этот, как говорится, пианино по себе даже в квартиру, когда заходят ко мне, многие не узнают, что это за инструмент. Но он очень ценный, и мы, конечно, гордимся тем, что здесь есть следы пальцев Адама Исаакиевича и Сталина. Не пройдет и десятка лет, как Сталин станет хозяином страны Советов. Вместе с ним на высоких постах окажутся и его бывшие подельники. В кошмарном сне никому не могло присниться, что особо опасный рецидивист Камо в Европе будет подписывать миллионные государственные контракты на поставку техники и продовольствия. Контрабандист Литвинов станет министром иностранных дел. Красин, тот самый, который изготавливал взрывчатку для кровавого налета на инкассаторов, будет министром внешней торговли. А медвежатник Ахмед, который вместе со Сталиным брал сейф в Бакинском порту, и вовсе станет председателем Верховного Совета Азербайджана. Правда, век их был недолг. Каждый из них очень скоро погиб при загадочных обстоятельствах. И это объяснимо. Свидетели былых подвигов Сталину были уже ни к чему. Где-то к середине 20-х годов исчез крутой налетчик и криминальный авторитет по кличке Коба, а вместо него в Кремле появился товарищ Сталин. Человек с трубкой, который слишком хорошо умел выжидать, убеждать и уничтожать. И никогда не умел проигрывать.